Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы вновь на игре «Думай, знай, познавай» Супер Блиц. Я ведущий Кирилл Махров. Мы продолжаем разыгрывать такие браслеты и вручаем их, браслет победителя, всего лишь за 15 баллов. Мы подготовили, как всегда, 5 вопросов. Пойдемте задавать. Катаюсь на самокате. Правильное определение – быть, вот не быть, а может, не в доме. Ну, типа то, что ты влезаешь не в свое дело. Здравствуй, представься, пожалуйста. Роман Белозор, катаюсь на самокате. Отлично. Меня Кирилл зовут, Роман. Ну что, 5 вопросов. Думаешь над ответом, услышав вопрос, оцениваешь свой ответ. Ну и желаю удачи, чтобы ты на все вопросы ответил правильно. Тебе надо набрать всего лишь 15 баллов. Все готовы? Поехали. Первый вопрос. Это растение, семена которого мы в разном виде употребляем в пищу, в народе зовут цветок солнца. О каком? Подсолнух. Подсолнух. А насколько уверен? Ну, наверное, 100%, потому что он похож на солнце, и там семечки есть. Так, ну, насколько ты уверен? Ну... От 1 до 5. На 4, наверное. На 4, наверное. Ну, точно, это правильно. Это, конечно же, подсолнух. Следующий вопрос. Эта птица на территории России и во многих странах мира считается символом мудрости. О какой птице идет речь? Орел, может. Ну, орел у нас так, это, простор, да? А мудрость? Мудрость. Голубь, наверное. Голубь. А если подумать? Сейчас. Блин, я не знаю. Ну, это сова. Следующий вопрос. Пословица. Маленькая собачка всю жизнь... Маленькая собачка? Закончи пословицу. Маленькая собачка, если у нее другая интерпретация. Маленькая собачка до старости... Маленькая. А у нас маленькая собачка. Вот как еще можно маленькую собачку назвать? Вот, значит, как называется у нас маленькая собака? Собачонка. Собачонка. А еще как вот она? Хорошо, молодая собачка как называется? Молодая? Такая, наверное, собачоночка. Собачоночка. Хорошо. Ну вот, как мы называем официально, вот собачка только родилась. Кто она? Щенок. Щенок. Так. Щеночек, наверное. Щеночек. Ну вот, полностью пословица. Как звучит? Маленькая собачка до старости. Щеночек. Щеночек. Хорошо, зачтем тебе. Ну не на 5 баллов, давай балла на 2 тебе зачтем этот вопрос. Так, 4-й вопрос. Из темы фразеологизмы. Что понимается под фразой «быть не в своей тарелке»? Быть не в своей тарелке. Может быть не в своем доме. Быть не в своей тарелке. В доме, наверное. В доме? Да. А может не в доме? Ну, не в своей тарелке, так сказать. Не в своей. Ну как вот у нас можно сказать? Ну, вот не в своей тарелке, а еще вот есть какое-нибудь другое выражение. Не в своем городе, не на своей улице. Как-то так может. Типа. Ну так, наверное. Типа не в своем городе или не в своем. А может быть, это связано не с местом, а может быть, это связано с как-то вот ситуацией какой-то? Ну, типа то, что ты влезаешь не в свое дело. Ну, давай, находиться не в своем... Правильное определение – быть не в своей тарелке, находиться в неудобной ситуации. Хорошо, зачитаем тебе этот вопрос. Не совсем, но засчитаем. Последний вопрос. Последний вопрос. О! Что попросил у золотой рыбки при встрече старик? Старик попросил дом новый. Дом новый? Да. А до дома там точно было еще и корыто? Корыто, наверное, потому что он говорил, золотая рыбка, подари мне новое корыто. Где-то так, вот так вот, наверное. Понятно.
корыто. То есть не помнишь, да? А просто этот, мы этот стих учили. Вот. Ну вот только-только он выловил эту золотую рыбку. И он попросил, подари мне новое корыто. Да. Корыто, уверен? Да. Но, к сожалению, это неправильный ответ. Он ничего не попросил при первой встрече. А потом уже старуха ему, да, его уже отправила за всеми материальными благами. Ну, слушай, 15 баллов ты не набрал, но все равно спасибо тебе большое за участие. Смотри нас на телеканале «Видное ТВ». Удачи тебе. Спасибо.